Депутаты городского совета утвердили дату основания города Нарьян-Мара. В устав муниципалитета внесена строка 10 марта 1935 года. Решение было единогласно принято на внеочередной сессии. Необходимость конкретизировать дату рождения Нарьян-Мара возникла в связи с многочисленными обращениями горожан. После чего Совет депутатов собрал по этому вопросу круглый стол с участием общественности, в ходе которого и решили внести дату рождения города в устав муниципалитета. Эти изменения касаются приведения нашего городского устава в соответствии с изменившимся федеральным законодательством. Во время публичных слушаний городские депутаты предложили одну поправку, которая касается установления в уставе, закрепления в нашем городском уставе Дня города. Теперь наш устав будет содержать дату, день рождения нашего города, 10 марта. Кроме того, депутаты городского совета планируют выступить в окружном собрании с законодательной инициативой по финансированию празднования Дня города Нарьян-Мара. Также на сессии депутаты поддержали еще один проект по внесению изменений в устав муниципального образования. Изменения касаются порядка выборов депутатов. Если в действующей редакции устава у нас установлено при выборе депутатов 7 многомандатных и один одномандатный округ избирательный, то эти изменения касаются установления 15 одномандатных округов избирательных. Данные изменения обусловлены обеспечением повышения прозрачности представительства перед избирателями, а также повышение ответственности депутатов перед своими избирателями. Проект по изменению количества избирательных округов будет вынесен на публичные слушания. Они состоятся 14 февраля в актовом зале администрации Нарьян-Мара. Александра Литкова, Вадим Носкин, телеканал «Север».